Всем привет! Ты на канале Лепка Ок. И сегодня я буду лепить скибиди-скелет и медведя Валеру. Скибиди-скелет, он же радиоактивный скибиди-туалет, один из антагонистов сериала, у которого на месте обычной головы огромный череп, на котором закреплен защитный корпус из черного металла. Вероятно, это защита от ТВ-менов. У скелета сзади закреплена бочка, внутри которой находятся радиоактивные отходы. Бочка помечена знаком радиоактивности. Точный состав содержимого неизвестен. А это 10 подписчиков из прошлого видео. Ребята, вы молодцы, что первыми верно посчитали ракеты. Возможно, данный скибиди-туалет умеет телепортироваться, потому что он появился из черного дыма, как ТВ-мены. Также, возможно, он является улучшенной версией огнедышащего скибидиста. В эпизоде 55 данный туалет своим радиоактивным плевком полностью уничтожил танк-уничтожитель, которым агенты хотели вылечить Титана Спикермена от паразита. Также он уничтожил одну из пушек Титана Камерамена. Долго оставаться непобедимым он не смог и был уничтожен улучшенным Титаном Камераменом. Хочешь попасть в видео? Тогда ставь лайк и посчитай, сколько черепов появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов. Присоединяйся к моей группе в Telegram, сканируй этот QR-код и попадай в творческое сообщество по лепке, где я иногда общаюсь в комментариях с подписчиками. Валера – это желейный медведь красного цвета. Он сделан из желатина со вкусом малины. Но я покажу, как сделать его из пластилина и куска картона. Если ты всегда мечтал себе сделать такого персонажа, тогда внимательно следи и повторяй все действия. Валера создан или родился на канале 7 февраля 2017 года. Его сделал познаватель.
смешав желатин, краситель и еще несколько ингредиентов. Затем он вылил эту смесь в форму медведя и поставил в холодильник. Также у медведя были 12 сильно уступающих ему по размерам братьев, которые сразу же после своего создания были залиты кипятком. В итоге желейный медведь Валера выжил. На данный момент это видео удалено. Познаватель начал создавать различные эксперименты и опыты с желейным медведем, в одном из которых медведь начал полноценно разговаривать. С тех пор Валера снимается в каждом видео познавателя по сей день, так как зрители его очень полюбили. У него есть много друзей, одни из них Паша и питомец Кузя, много антистрессов, собственный джип и другие созданные для него медвежьи вещи. А сам он живет в холодильнике, а Паша покупает ему много сладостей. Медведь Валера имеет врага желтобрюха, с которым связано много сюжетных видео. Куда ты меня тащишь, Паша? Ой, Камила, отпусти, поставь меня. Бррр, какой жуткий этот черепок, только не ставь меня с ним на одну полку. Вот такой титан-скелет и медведь Валера у меня получились. Напиши в комментарии, кто понравился больше всего. А еще не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал.